лично я на самом деле очень четко разделила бы то, что происходит на Синайском полуострове, и то, что происходит в самом Египте. Во всяком случае, те процессы, которые происходят в самом Египте, если говорить по-другому, они не напрямую связаны с тем, что происходит на Синайском полуострове. Ведь дело все в том, что различного рода экстремисты, аль-каидовцы, джихадисты и же с ними начали сосредотачиваться на Синайском полуострове не вчера. И если искать истоки того, что Синайский полуостров стал, по сути, рассадником различного рода экстремистских ситуаций, то ведь корни этого процесса уходят в Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 года. После того, как армия Израиля вывела свои войска с Синайского полуострова, эта территория была разделена на несколько территорий, ну, условно говоря, там было 4 зоны, зоны А, Б, С и Д. В соответствии с этими соглашениями в этих зонах египетская армия не могла увеличивать свой боевой контингент. Более того, две зоны, я боюсь ошибиться, по-моему, зона Б и С, где египетская армия вообще не могла присутствовать, и там до настоящего времени находится только египетская полиция, которая, кроме всего прочего, вооружена легким оружием. Поэтому вот это сосредоточение различного рода экстремистских группировок, оно началось там как раз вот где-то в 80-е годы, и периодически это давало о себе знать. Что касается ситуации в самом Египте, мне кажется, что революция, я сейчас имею в виду революцию 2011 года, она изменила правила игры в Египте, но не изменила характер взаимоотношений между теми политическими силами, которые всегда исторически в Египте присутствовали. Речь идет о том, что это исламисты. Вторая политическая сила сейчас – это представители прежнего режима Хосни Мубарака. И третья сила, которая реально влияет на политический процесс – это армия. Поэтому речь, видимо, идет о том, как эти политические силы будут между собой договариваться, потому что именно от их консенсуса будет зависеть дальнейшее развитие Египта. Мне кажется, что в настоящее время контуры дальнейшего политического процесса в Египте уже просматриваются и просматриваются достаточно четко. Египет, как мне представляется, пошел по алжирскому варианту, но не в том смысле, как это подразумевается, по алжирскому варианту, то есть переход к широкомасштабной гражданской войне, а по тому варианту, по которому пошел Алжир в середине 90-х годов, в 95-96 году, когда был взят очень четкий курс на максимально жесткое подавление всех террористических исламских группировок при одновременном поиски политического диалога с теми, кто готов с военными разговаривать. Мне кажется, есть все основания говорить о том, что в дальнейшем политическая ситуация будет стабилизироваться, в том смысле, что с моей точки зрения сейчас нет ни объективных, ни субъективных, ни моральных, ни идеологических, ни региональных предпосылок для широкомасштабной гражданской войны при молчаливом согласии со стороны мирового сообщества тем событиям, которые сейчас происходят. Мы все прекрасно помним, что только две страны достаточно резко отреагировали на события в Египте. Это была Турция и Катар, которые сделали очень резкие заявления. Мировое сообщество глубокомысленно промолчало. И только сейчас появилась вот некая такая запоздалая реакция Европейского Союза, связанная с возможным введением эмбарго, если ситуация не стабилизируется и так далее. Вот мне кажется, это решение Европейского Союза, оно представляет собой такой определенный посыл, что ли, египетским военным, ну, своего рода экономический прессинг, направленный на то, чтобы в дальнейшем египетские военные, вообще нынешние власти, не исключали из политического процесса братьев-мусульман. Потому что, мне кажется, вот основной политический вопрос, стратегический, очень важный, от которого будет зависеть дальнейшее развитие Египта, заключается в том, будут братья-мусульмане исключены из политического процесса, либо они останутся в качестве легальной политической партии. Вот как стратегически военные сейчас решат этот вопрос, от этого будет зависеть очень многое. И вот то, что Европейский Союз так аккуратно экономическим эмбарго на это реагирует, мне кажется, это определенного рода посыл с тем, чтобы братья-мусульмане остались в качестве политической организации, и таким образом было бы соблюдено лицо так называемой демократии.